Около украинской границы нет признаков военной активности российской армии. Такой вывод турецких военных специалистов, которые с 17 по 19 февраля инспектировали один из районов Ростовской области. Они тщательно исследовали территорию около 16 тысяч квадратных километров. На прошлой неделе в этой области уже побывали украинские эксперты. Они пришли к такому же выводу. Добавлю, что все инспекции проводятся в соответствии с Венским документом о мерах укрепления доверия и безопасности. Следующие итоги проверок должна подвести делегация из Голландии.